Федеральная антимонопольная служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Центр экологической безопасности». Напомним, ЦЭП – региональный оператор по обращению с ТКО на территории Белгородской области и занимает доминирующее положение на рынке. На ближайшие 5 лет ЦЭП заключил 12-миллиардный контракт с единственным поставщиком – компанией «Еврологистик». Прежний транспортировщик «Экотранс» к торгам допущен не был. В ФАС России поступили жалобы на действия ЦЭБа, в том числе на процедуру проведения конкурса, условия которого могли ограничить количество возможных участников. ФАС усмотрела в действиях регионального оператора признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбудила дело в отношении ЦЭБ. Первое рассмотрение пройдет в феврале 2023 года.